от пациента. Боль в передней нижней части плечевого сустава, около 3 месяцев. Боли начались после небольшого хруста при вытягивании и закладывании руки под голову во время сна. Также за несколько дней до появления боли выполнялись физические нагрузки в виде длительного переноса предметов 3-5 кг, отжиманий, работа поднятыми вверх руками. Болезненность наблюдается при поднятой вверх руке, в крайнем верхнем положении, немного при заведении за спину. При поднятой вверх руке есть чувство неуверенности, нестабильности в плечевом суставе.